Друзья, всем привет! Вы на канале Курок ТВ, с вами я, Тёмыч, и мы продолжаем проходить Resident Evil 7 Biohazard VR. Так, ну что, короче, я не стал с меню начинать, начал сразу прям вот с игры, где ячейка сохранения, потому что потом начинает просто, ну мы просто будем ждать с вами пиздец час нахуй, пока загрузится эта поеботка. Так, значит, мы убили бабку, мы забрали, блядь, ключи, и теперь мы... А, и кассету, и можем давать всем пизды, короче. Ну, я предлагаю посмотреть кассету, правильно? Кассету мы можем с вами, блядь, чекнуть в комнате, получается, правильно? А в какой комнате? А, на втором этаже, получается, комната эта. Вот. А еще... Тут вот, вот что, патрончики перезарядим. Во. Четко. Так. Бабулька чокнутая. Но это все хуйня. Мы ее разъебали. Пизды мы ей, короче, дали. Так, посмотреть можно было вот здесь. Выбираем кассету. Ой, блядь, ну зачесался ее. Поехали. С днем рождения, блядь. Клэнси Джейвис. А, нихуя, Клэнси. Клэнси, Клэнси, это в начале, да, вот этот чувачок, помнишь, да? Который, блядь, снимал вроде. Репортеры. Ты, друг мой, на редкость везучий сукин сын. Знаешь, я тебе реально завидую. Что? Не веришь? Такую радость, ее не подделаешь. Неделю упорного труда, и вот наконец-то мой шедевр. Все ради тебя. Ой, ну не начинай, я же старался. Будет весело, обещаю. Слышь, демон, блядь, ты куда съебался, нахуй? Взял, запер меня. Ёб твою мать, это чё за хуйня? Свеча. Нихуя клоун, блядь. Это оно, что ли, блядь? Что за хуйня, блядь, комната? Блядь, чуть думал, чё за хуйня, блядь? Воздух или вода, что это, хуйня, не понял. Блять, все закрыто, что ли, нахуй, что за... Чего, блять? Ебать, я помылся, нахуй. А я давно не мылся. Игра называется «Только бы выбраться из этой комнаты живым и не умереть страшной мучительной смертью». Знаю, знаю. Надо название, надо подобрать. Возьми свечку, зажги и вставь торт. И улыбайся побольше, вечеринка-то для тебя, а? Пошел ты! Понятно. Так. Это хуйня, заводной ключ. Да-да-да, это он. Все. Понятно, блядь. Значит, эту хуйню надо найти тут. Это что? Ага, хуй ты сюда. Блядь, эта хуйня напугала. Так, что я еще мог не найти здесь? Значит, нужно ставить свечку в торт. Вода не течет. Хуя фаршмак, что это такое? Мать твою, ну и мерзость. Ебать он нахуй фаршмаке в таком, ебать. Что это такое? Подзорная труба грязная. Ха, ебать. Ха, сука. Че я должен тебе дать? Пиздюлей, блядь? Я думаю...
Нахуй делать надо. Ебать, нихуя же не видно, блядь. А если я пройду? О! Охуенно. Так, ладно. А что я должен сделать с вот этой хуйней? Здесь. Типа открывашка здесь. Чё я должен, блядь, с помощью этой хуйни увидеть, блядь? Что это за хуйня? Тихо. Это же этот, блядь. Девка висячая, ворона и ребенок. Девка висячая, ворона. Ой. О. Хуяк нахуй. Соломенная кукла, блядь. Блядь. А тут чё? Так и не переключается. Ёб твою мать, весь пол засрали. Ёб банный свет, блядь. Ну и кто нахуй уберется теперь? Блять, что сделать-то надо? Может, тебе надо трубу дать? Нет, сука. Ну что тебе надо дать? Куклу? Или тебя, блядь, завести нахуй надо? Нет, блядь. Чё, блядь? Конфорка. Поджечь. А что я должен сделать? Допустим. Палец куклы. Чего, блядь? Так. Ты дрочишь, блядь? Подрочил такое, блядь, и все, нахуй. Пиздата. И что я теперь должен сделать, блядь? Что я вот в этой хуйне? Ну, я открыл, ладно, допустим. Блядь, а я могу свечку поджечь и потом эту хуйню, блядь, сжечь просто и все, блядь? Или... Так, не канает. Сори, блядь, натуре. Ну, допустим, хорошо. Проканает ли эта хуйня сейчас? И вот мне вот просто интересно. Да ну нахуй. Проканала, блядь. Ох, пизда-то как. Чик-чик-чик-чик-чик. На-на-на-на, блядь. Тут что-то должно быть, что ли? Или что, блядь? Воздушный шарик. Ладно. А пизда ты знаешь, так вот, блядь. Чик-чик. Хлопать, хлопать. Пиздатенько. Прикол. Слушай, а не может тут еще что-нибудь интересно быть? Я предлагаю ебануть здесь все, потому что... Ну хуй его знает, знаешь, обычно, блядь, в таких играх. Хер просышь, блядь. Японцы, блядь, кто они там, корейцы делали-то. Нет? Да ну нахуй. Я, значит, ошибся? И что я должен с этим шариком сделать? Нет. Так, этот, я понимаю, кран вырубает ту хуйню. Угу.
Без пароля открыть будет сложно. Хэппи. Ладно. А вот воздух. Блять. Ебать. Ама, ёб твой рот. О, сучка, блядь. Из пуза прям. Перо для письма. Пойдем отдадим этому чучелу, блядь. Так, слышь, клоун ёбаный. Ну-ка, блядь, рэп нахуй мне сейчас сочини, блядь. Так, заводим этого уёбка нахуй. О, ебать. Это что за хрен? Ты что делаешь? Ебать! Лузер. Лузер, блядь. Сам ты лузер, нахуй. Ебать. Ну ты и гандон, блядь. Лузер. Сам ты лузер, блядь. Я понял. Не так-то уж и, блядь, сложно это все, нахуй. Лузер, нахуй. Шлюха. Сам ты лузер, блядь, реально. Это все? Много ума, блядь, не надо, нахуй. Блядь, а... Короче, я думаю, брату пизды как дам сейчас, нахуй, просто. Конкретных. Вот и все. С днем рождения, ля-ля-ля-ля-ля. На-на-на-на-на. У-у-у, ебать. Бануться. Ебать. Давай, нахуй, чё, ёбаный рот. Он так орёт, блядь. Он, блядь, тут горит, куда идти. Чёрт. Твою мать, твою мать. Ебать. Открути эту хуйню, блядь. Всё. Пизда, Клэнси. Сгорел. МЧС, блядь, опоздали нахуй на пожар. С днем рождения! Хуя уёбок. Ну теперь я знаю. Меня не проведешь нахуй. А, еще записи эти охуенные, блядь, тоже надо смотреть, блядь, по часу, блядь. Опять это профилактика, блядь. Бля, как же долго. Почему нельзя было сделать, реально быстрее загрузку? Полный пиздос. Давай, быстрее. Блядь, братишка-то оказывается этот, блядь, Зоя. Ёбнутый конкретно, блядь. Он, короче, мутит всякие, бля, приколюхи, блядь. Так что надо, блядь, аккуратнее. Я думаю, блядь, еще будет какую-то хуйню здесь сделает. Семья, короче, ебанутых.
А нахуй у меня кассета. Ёб твою мать, ещё нахуй не выкинуть её, блядь. Так, ну нам один хуй на улицу, я так понял. Здесь паркур. Ёпта, ёпта. Чё ты там, блядь, закрываешься, нахуй? Закрывается он, блядь. Бах, нахуй, ёпта. Щегол, нахуй. Закрывает он там руки свои, блядь. Такой, блядь, тоже пидор, блядь. Так. Ключи, я не знаю. Оставлю я, наверное, это все, правильно? Я думаю, нож нахуй. И так как ячеечка есть, мы поставим гранатомет, мазафака. Бля, клёво придумал или хуёво? Идея пиздатая, но... Я даже не знаю, как сделать... Боеприпас. Для гранатомета каждый выстрел вызывает небольшой пожар. Такие выстрелы поражают нервную систему мощным токсином. Это у нас это твердое топливо, а тут пищевые добавки. Ну ладно, пищевые добавки, блять. Побежали разъебывать нахуй брата этого. Я так понял, что мы дадим ему сейчас пиздов. Так, побежали. Ох, блядь! Ты чё, нахуй, ползаешь здесь? Вообще охуели, что ли, все? Вы как здесь, блядь, оказались, ёбаный рот? Ты прикинь, да, ползают они здесь, блядь. Ты чё, блядь? Нихуя у них там дискотека, блядь. Ладно. Синяя? На синюю. Красная? На красную. Фу. Чё, погнали, блядь? На тусовку. Хуя он тут, блядь, приукрасил, блядь. Нормально. Let's play. Давай сыграем, блядь. Давай, блядь. Я тут, блядь, намутил, намудрил, блядь. О, ну давай посмотрим тельчик. А! Хуя, ну, ублюдок. Итан. Итан. Итан, Итан, постой, постой, постой. У меня для тебя кое-что есть. Гляди, гляди, что у меня есть. Знаешь, для чего это? Знаешь, зачем Зоя это нужно? Она думает, что это что-то особенное. Нет, Итан, не особенное. Вот, вот что особенное. Видишь ли, Итан, не все хотят повернуть время вспять. Хуя он ёбнутый. Ебать. Что, что, Эвелина? Я просто хочу ему показать. Я просто хочу ему показать, что не все хотят вернуться к прежнему порядку вещей. Зоя тупая сука. Она не понимает, что я не хочу возвращаться к прежним временам, пока отец вас всех не нашел. Не все хотят повернуть время вспять. Так вот, Итан, Итан. Ты можешь... ты можешь сколько угодно ползать под этим вонючим поганым домишкой и искать эти твои ингредиенты. Но ты ни черта не найдешь, Итан.
Хочешь сделать сыворотку, а? Детка. Это только через мой труп, слышишь? Ну давай, Итан, что скажешь? Пизда тебе, долбай. Бляха. Взорвалась. Хуйня ебаная. Телек взорвался. Чуть не побрал мне ебучку. Так. Возьмем. Ёб твою мать, вот бы я сейчас нарвался бы на такую хуйню. Ебать, как я сейчас. Так. Ножик. Так, блять, лучше на. А можно ее убить, интересно, вот так вот? О, да, у тебя глаз алмаз. А ты думал, чё, блядь, тупые нахуй, что ли, с тобой тут? А вот тут вверх идет, смотри. Нахуй. Могу я? Конечно, могу, наверное. Да, заебись. Так, опять эта хуйня. Так, так, как она идет? Блять, хуёво она идет, ее взрывать надо, сука. Смотри осторожно, она кусается. Пизды тебе я дам, конечно, демон, блять. Ты это, проси за бардак. Хорошо. Сразу перезарядимся. Ох, блядь. Ты это просто спроси за бардак. Опять мне эту хуйню уже втирают, блядь, демон ебаный. Сука, царика, блядь. Ага. Блядь, две. Я не знаю, будет видно, блядь. Вон она. Раз. Итан, я не для того тут старался. Хуя красава. Чё, блядь? Куда идти? Ебать, как темно. Чё за хуйня-то, пароль? Долбанный пароль, а? Понимаю. Попробуй 0814. Не-не-не-не, 0621. Не-не-не, 0514. Ну давай, чего ты, рискни. Тик-так, 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 тик-так. Че за хуйня? Ох, блядь! Нихуя себе. Ха-ха. Ну ладно. Пиздец. Лукас любит злые шутки, не давай ему себя одурачить. А чё, он, блядь, отойти не мог, ёпта, это чудик нахуй. Тоже, блядь, стоит ебалом, блядь, щелкает. Итан, я не для того... Да-да-да-да, ты уже пиздел эту хуйню. Вот, да? Можно разъебать эту хуйню как-нибудь? Нет? Ладно. Да-да, ты уже это пиздел. No, it's 0514.
Well, come on. Take a chance. You never know. А, ну все. Сука. Ай, нужно найти пароль. Блять, сука! Вот почему нахуй надо хуйню эту взрывать, ебливую, сука. Что за хуйня? Ебатька. Так. Допустим. Я же нахуй боюсь открывать, блять, что-то. Поэтому, блядь, нахуй. Так. Нихуя. Так. Хорошо, пойдем дальше. Угу. Ебать! Ебать, ебать, ты чё прыгаешь, блядь, слышишь, нахуй, паук, блядь. Ну ты охуел, короче. Ебать, я его, блядь, как услышал, думаю, ебать, паук крадется, паук-человек, блядь. Нет, так не прокатит, не проканает. Блядь, ну я близко стою, пиздец. Да похуй. Вот так вот. Ебать, ебать, ебать понаставил ты, ёбаный в рот, своей хуйни. Да, блядь, да ты угораешь, нахуй. Сука, пидорас, блядь. Ёбаный, нахуй, гандон. Пиздец, только патроны потратил. Ладно. Ебать, я слышу. Ага. Так, ладно. Слышишь, блядь, все пизда нахуй, доигрался. Ага, первый готов. Бля, так и будешь 2 часа ползти, ебаный урод, нахуй. Ползет он, блядь. Патронов нема, это пизда. Фонаря тоже нет, блядь, темно, пизда. Короче, блядь, этот типчик думает, что, блядь, меня, блядь, сможет так легко нахуй надурить, да? Ебало-то разобью ему. Куда идти, блядь, что делать? Сюда. Сюда. Сохранение, да? Хорошо. Парарай, парарай, парапарарай, парарай, парарай. Парарай, что же сделать? А вот не охуеешь? Ну, перезаряжай, ёпту, стоит. Так, задание. Заберите лук с ингредиент сыворотки, найдите. Найдите доступ в комнату развлечений. Так, что у нас там?
Так. Сохранение. У нас пошло сохранение. Сейчас, походу, что-то будем делать. Красный эпоксид, заебись. А с чем он смешивается-то? Блять, я только что потратил. Бля, оставлю. Нахуй. А, так что мне вниз? Так, ладно. Ну нихуя ты как Супермен присел, блядь. Так. Чисто лут такой небольшой. Так. Блять, а кому нахуй нужно, что ли? Так. Вот тебе кум, блядь. Так, еще один эпоксид. Ать! Не успел, нахуй. Так, ну я, в принципе, могу сделать себе аптечку. Батарея. Батареечка моя. Мы тебя сейчас поставим и съебемся отсюда. Ага, блять, аптечку, да, правильно, нахуй. Ты совсем хуел? Дамы и господа, мальчики и девочки, добро пожаловать на амбарный бой. В смысле, нахуй? Деритесь честно, господа, у нас есть правило. Чё это за хуйня? И тебя тоже в жопу. Это что сейчас блевануло, нахуй, или что? Ебать! Нахуй ты так блюешь, ёпта? Понятно. И сейчас кинет, да, что-то? Ой, блядь! Слышь, друг, блядь. Перезаряди. Ай, сука, не получилось, нахуй. Бах, нахуй. Чё, давай подпалим тебе ебучку, нахуй. Ну ты и педрила, сука. Ебать, нахуй, съёбуем, у меня ничего нету. Кроме пистолета. Ебать, чё мне надо? Ёбаный жердяй, сука. А, промазал, сука. На, в брюхо, нахуй. Ты заебал, нахуй. Сколько в тебе, блядь, дури, нахуй. Блядь. Да отъебись. Вот и все, нахуй, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Это тебе самому не влияет? Толстяк готов, толстяк готов. Ну и ладно, все равно я никогда его не любил. Пиздец. Пиздец. Еще и подорвал меня, блядь, гандон. Нахуй отсюда. Такой он, конечно, Геннадий. Во всякий случай, бля, хуй его знает, знаешь. Заебись.
Вот это, да. Чик. Чирик, нах. Так. Значит, это поджигает, а это, короче, нервную систему. Что-то с нервной системой делаю, да? Пролетишь, да-да-да. Нервную систему, блядь. Ау. Я понял. Что еще есть? Один четыре ноль восемь. Ты на очереди. Это пароль, да? Ну погнали, блядь. Без патронов, без всего, блядь. Чувак, это проверка умений, так что не жульничать. Из кармана все барахло выкинуть. Из кармана все барахло выкинуть. Ты чё, охуел, что ли? Какое барахло, нахуй? Да ну нахуй, реально. Пиздец. Охуеть. А с одним пистолетиком можно? Пидорас, блядь. Ну ты гандон, конечно, Геннадий, блядь. А, нихуя. И сразу можно взять пистолет? Давай попробуем, хули нет, блядь. Да сука! Ну нахуй! Пидорас, блядь. Зак. А, я понял. Клоун, сука. Ладно, давай. Пидорас! Всего хорошего. Пиздец. Я как будто реально, блядь, здесь. Так, ну давай, чё, блядь, как тогда, нахуй? Нет? Не как тогда, что ли? Ладно. Давай, я помню. Ага. О, а это чё за хуйня? Тогда сенка нормальная была. Ну как насчёт сыграть в одну игру? Всё, что тебе нужно сделать, зажечь свечку и ставить её в торт. Да пошел ты. Итан, следи за яйком. Тут в доме дети где-то, кажется. Уже точно не знаю. Вот этой хуйни не было. Что, взять оттуда что-то надо? За этой стеной есть пустота. Ну и хули? Ну ладно. Я, значит, могу нихуя не делать, правильно? Ворона, правильно? И ребенок. Спасибо. Я запомнил, пока играл, блядь. Так, воздух это шарик. Так. Комфорка, блядь. Что за хуйня? Нихуя. Чуть ебучку нахуй не подпалил себе, блядь. Сука. Блядь, не видно. Давай, сейчас, блядь, сделаем все как надо, нахуй. Пойдем. Вот там эта хуйня была. Лузер! Ёпта!
Лузерчик. Хуяк. Бля, шарики пиздато лопаются. Ебать радости, нахуй, полные штаны, блядь. Так. Отойди, блядь, да отойди. Почему ты не отходишь? Ты ебать, сейчас тебя ебанет. Ну ты долбоеб, видео, что не смотрел, блядь, что ли, на кассете. Все та же самая, блядь. А по сути я мог сюда не идти, нахуй, правильно? Я еще тупанул. Он же уже написал, точнее, я уже знаю уже. Первого нахуй. Нахуй не нужно. Пойду вставлю это дерьмо, блядь, чтобы... А пальца у тебя нет? Да ну и пошел ты нахуй, я уже все сделал. Закрутил, закрутил. Так. Поджигаем все... Блять, не то. То давай. Херак. Все, главное, отходи. Отходи от торта, отходи, дурик. Отходи от торта, блять. Сука, от торта отходи, дурак, блять. Блять, имбецил, сука. Пиздец. Он такой долбоеб. Черт, 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 черт. Твою мать, сука. Ебаный урод, что делать-то нахуй? В смысле, блядь, что делать? Что делать-то надо было, ёбаный в рот. Нихуя непонятно, везде все закрыто, блядь. Я, честно, блядь, даже не понял, что за хуйня. Ну, взорвалось, блядь, и все, и чё, и куда я должен идти? Там дырка эта, блядь, и все, больше ничего нет. Заново, да ты угораешь, блядь. Да-да, закрывай, закрывай, мне похуй. Свечку, блядь, уже отдай, нахуй. А, так, стой. Могу вообще ничего не делать. Следи за яйком, нахуй. Так, ну давай еще раз попробуем, окей? Так, чтобы ебало не подпалить. Бах, нахуй. Да, блядь. Такой, блядь, тупизм, реально, блядь. Ходишь, ходишь, блядь, в этом огненном, блядь, в этой комнате, блядь. И нихуя непонятно. Там даже не видно ничего, блядь. Так. Хорошо. Ладно. Давай, блядь, крути, крути руль, блядь. Сейчас упоедем, блядь. Так. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
И чё, пожара, блядь, нету? Мать твою, что же ты не сдох? А нахуй ты мне эту, блядь, бомбу кинул, блядь? Сюда? Или не сюда? Кидай, ёбаный в рот, если сюда. Ебать мой хуй. Вот это реакшн, реакшн. Быстрее, блядь! Бах, нахуй, ёб твою мать. Она была для тебя, черт бы тебя побрал! А, он здесь был. Охуеть, как он успел съебаться? Мия? Она жива. Ты кто? Ты где? Мы за причалом снаружи той комнаты. Поспеши. Ну что ж, Итан. Что тебе от меня надо? Чтобы ты умер. Похоже, это вопрос откладывается пока что. Повезло мне. Еще трюки в рукаве остались? Если нет, то лучше бы тебе... Ну, Итан, если скажу, то испорчу сюрприз. А я не люблю портить сюрпризы. Козел. Вот и все. Голова серии D. Так, ключ скорпионом не надо, это не надо. Сначала возьму оружие. Первый идет. Нет, первый идет вот это. Потом это, потом это. Ну а дальше похуй, собираем всю хуйню. Ключ со змеей беру. Ключ с вороной на всякий беру. Пистолетные патроны беру, это беру. Все. Сохранится, блядь. Карта испытательной зоны. Ну чё, пацан, тебе лучше, блядь, быть нахуй аккуратней, потому что я тебя разъебу. Просто, блядь, поломаю нахуй твою черепушку, блядь. А хорошо, что я кольцо-то это, вот это колесо нахуй не это, не скинул. Хотя мог бы и скинуть, тут бы взял бы его. Блять, а кто знал? Я иду, Мия. Мия, я иду, ты только жди, я сейчас приду. Чик-чик-чик-чик-чик-чик, нахуй. Новая локация, заебись. Пойдем вот в этот домик сходим. Что у нас потом идет туда? Позыкаем, что у нас там есть. Ебать, у них дом, блядь, в болоте, блядь, стоит. Берем то же самое. Блядь, тебе не так поставил, но похуй. Так. Трава, блядь, заебись. Я там не... Да, там точно я не мог пройти никак. Крутим, вертим. Да, понял. Нихуя ты бодрый, блядь. Ну-ка, нахуй. Щегол, блядь. А вон еще идут петушки, блядь. Бах, нахуй, в ебучку. Бах, блядь, тоже в ебучку. Спырюги, короче, заебись, прикладываться. Давай, давай, сюда. Бах, нахуй. Вообще, ох, блядь. Блядь. Блок. На, нахуй. Я отсюда пришел.
Или нет? Да, отсюда? Походу отсюда. А, ну да, я в этот домик бежал сначала. Либо фаршмак такой валяется просто, блядь. От этих додиков. Блять, у меня ничего нету уже, кроме, блядь, этой хуйни. Блять. Все патроны, блядь, потратил. Блядь. Да иди ж ты нахуй. Дай пройду, сука. Иди нахуй отсюда. Ну заебись, блядь. Патроны дробовика только есть, блядь, и все, больше ничего нет. Опачки. Это хорошо. О, блядь, вообще шикарно. Так. Ой, блядь. Чё я творю, нахуй? Ещё, блядь, это сменить надо было. Я не то сделал, сука. Первый идёт гранатомёт. Понятно. Первый шёл, блядь, гранатомёт. А никак не пистолет. Потом шёл пистолет. Потом, блядь. Потом шел дробовик. И потом горелка. Во! А то я, блядь, путаюсь, нахуй, чё где. Так, и что мне еще надо? А, голова, блядь, да? Давай, блядь. Хорошо, блядь. И что я могу сделать вот из этого дерьма? Я хуй что сделал. Так, давай-ка съедим. Посмотрим, есть ли тут что-нибудь. Порох. Там еще что-то есть. Бля, да ладно. Как я это мог, блядь, не увидеть? Пиздец. Я просто в ахуе. Так, давай. Что делает красный? А красный нам нужен для чего? Так, как вот эта хуйня делает? Так, хорошо. Я даже не знаю, блядь, на что потратить эту хуйню. А что вот синий дает? Я так и не понял. Синий, он что, блядь, делает? Что-то рассоединяет или что, блядь? Так. Ну, хули, блядь. Вот что он делает? Можно комбинировать с предметами, чтобы отделить от них эпоксид. Тогда их снова можно будет использовать отдельно. А я, допустим, могу сделать... А, я понял. Нахуй он тогда не нужен. Вот это возьмем. Я готов, блядь. Пойдемте. Опачки. Ме. Ну чё, блядь? Вставайте, нахуй. Зоя? Зоя? Не сейчас, у нас нет времени. У тебя оба ингредиента. Вот они, это же хватит. Если только не поторопиться. Отец Лукаса мне далеко. Они идут, папочка идет. В смысле, папочка, я же его разъебал. Хорошо, на две порции хватит. Сделаем сыворотку. Снаружи лодка, переплывай на ней. Но без сыворотки никому из нас далеко не уйти. Что? Так. Эй, одна из них моя. Чё?
Ебать, ты кто нахуй? О, блядь, Зоя, подними задницу и марш домой. Потом поговорим. Ебать, ты нахуй, кто такой, блядь? Это батя, что ли, ебать? Ебать, отпусти нахуй меня, ты чё, блядь? Хуя у тебя глаза, блядь. На, блядь, ебу. О, блядь, сначала ты крышишь у меня новую дочь. А потом... Тебе в глаз... Ай, блядь, нахуй. Ох, ебать. На, блядь. Быстрее, ёпта, перезаряжай свою, блядь, пукалку, нахуй. Да давай, блядь. Ёбаный рот. Дробовик. Заебись. Блять. Блять, как ты долго перезаряжаешься, нахуй. Ты чё не видишь, дедок злой, блять. Ох, блять, ты чё, нахуй, свои ногти, бля. И думаешь, что я это стерплю? Да мне похуй, что там думаешь. Не видишь, я промазал, блять, сука. Ебать, чё мутит, да, дед? На, блядь. Чё, всё, блядь? На, ёбаный рот, нахуй, щегол. А, вон ещё глаза есть. На животе, что ли, блядь? Ох, блядь, да как ты оказался-то, блядь, здесь, пока я тут... Где? О, вон глаз, сука. Блядь, всё, мне пиздос. Блядь, ебать он нахуй, чё за тип, конечно. Сука. Мазила, блядь. Ебучки-то нет, как ты видишь? А, у тебя же глаза, я ж забыл. На, блядь. Шлюха, сука. Всё, нахуй, или ещё, блядь, дать, нахуй, пизды? Походу, ещё дать тебе, да, нахуй, пизделя надо. Так, 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 давай, А, вон ещё глаз. Пошёл ты. Ага, хуй, видишь, блок, ёпта. На, блядь. Попадёшься, ох, попадёшься, говорит, нахуй. Ну, давай посмотрим. А где ещё глаза? Я больше глаз-то не вижу, блядь. Сука, это опасно. Теперь ты часть семьи. Давай-ка вниз прыгнем, нахуй. Вот что я думаю. Ай, блядь, нахуй ты за мной-то лезешь, блядь. Глаза, глаза, глаза. Где глаза-то, блядь? Ты пожалеешь, что родился на ЦС. Сука. Я не вижу глаз. Ебать, ты ёбнутый, что ли, нахуй? Головой прям вошёл. Быстрее, 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 чё там, чё там, чё там, чё там? Патроны? Где глаз-то, блядь? Бля, вот честно, не вижу глаз, нахуй. Я съебался, нахуй. И ты меня не поймаешь, нахуй, крыса ебаная. Блядь, где глаз его, нахуй, ещё один, я... Блять, ну это пиздец, да. Куда в тебя стрелять-то надо, блядь? Пиздец, блядь, ну чё, нахуй, куда?
Ты пожалеешь, говорит мне он. Блок. Блять, ну не видно ничего, блять. Я вообще не понимаю, что за хуйня. Может, бежать надо попробовать его. Да, блять, вообще не видно нихуя. Итан. Нет, не видно, сука. Он опять от хуйня стоит. Вы мне жизни, блядь, дайте лучше, а нет хуйню, блядь. Ну ты заебал, реально. Пиздец. Куда, блядь, стрелять? Я чё, блядь, просто так в глаза стрелял, что ли? Как ты за... А, я понял, как ты меня задел. Ну нету ничего, блядь, где твой же, сука, глаз, нахуй? Ёбаный, блядь, ишак, а? Где, блядь? О, блядь. Дай ему стрелять-то, блядь, а? Ёбаный рот. Это просто полный пиздос. Так, короче. Я так просто заебусь. А, вон, блядь. Сука, блядь. Пока найдешь, блядь. 30 лет, блядь, пройдет нам. Все, пизда тебе или че, нахуй? Ёб твою мать! Нахуй ты ебучкой ко мне, блядь? Поворачиваешься, блядь, смотри. Теперь я все видел. Ебать, Итан, сюда. О, ебать! Что, уже уходишь? Да, хотел съебнуть. Ну что-то я не понимаю, что за хуйня. Ты хочешь, чтобы я его вылечил? Висну сыворотку. На, блядь. О, как приятно, не то слово. Долбоёб. Ты в порядке? Идем же, Мия нас ждет. Так че он, долбоеб? Он сейчас нахуй использовал сыворотку, ебать, у него одна осталась, а он на двоих же готовил. Вот долбоеб. Ебаный, блядь, крендель, нахуй. И че, кого лечить, блядь? Кого будут лечить-то, нахуй? Бля, вот это долбоеб, у меня эпоксид был, нахуй. Есть что-нибудь еще? Здесь трава, не трава, нет, ничего. Ну, по большей части это мне Зоя помогла, нахуй, но это же моя тёлка. Мне пришлось использовать дозу. Осталась лишь одна. Осталась только одна доза? Да не может быть такого. Что нам нужно теперь делать? Использую исцелить Зою, исцелить Мию.
Блять, ну она мне помогла, пиздец, как бы, ну я ебать вообще, это как бы жена, но она ёбнутая, пиздец. Она мне пизды дала, нахуй. Блять, я хуй знает. Слушай, она хуёво готовит, блять, вообще нахуй. Ты, блять, заебала, блять. Ты нахуй с другими мужиками там шароёбилась где-то нахуй. Зоя, нахуй, на, ёпта. Прости, братан, блять. Мне очень жаль, правда. Но Зоя сможет вывести нас двоих. А потом вернусь с тобой. Уходи, и слышать не хочу. О, ебать, ну нихуя ты, блядь. Идите. А я останусь здесь с ней. Не говори ерунды. Забудь. Дело еще не сделано. Ну чё, блядь? Поехали. Сиськи у тебя маленькие, правда, пиздец. Ну ничего, сейчас пока поедем. Пока ехать будем, потрахаемся, да? Сука. Блять, ну а чё я мог сделать? Ну она мне реально помогла. Не, на самом деле так-то в жизни я по-любому жене помог, конечно. Но она, блядь, нихуя она взяла, помогла мне, как бы, блядь. Зоя. Ебать, ты себе на бомжиху похожа, блядь. Спасибо. Даже не верится, что ты выбрал меня. Мне сейчас так и так никуда не годится. А вот мы с тобой можем и выберемся отсюда живыми. И... Да, верно. И поебемся. Я хочу понять, что здесь все-таки произошло. Начиная с Мии. Мия прибыла сюда с Эвелиной. С этого все и началось. Эвелина? Та девочка? Я знал, что Мия что-то скрывает. Это корабль, на котором приплыла Мия с Эвелиной. Интересно, какого они на нем приплыли? Давай сходим, посмотрим. Ни за что туда не вернусь. Мне надо знать, что задумала Мия. Какого черта? Это она. Эвелина хочет, чтобы мы остались. Нет, нет, Эви. Прошу тебя, Эви. Я исправлюсь, обещаю. Ебать, она что мутит, нахуй. Это кто, блядь? Охуеть. Нихуя она ее заебашила, короче, эта девка, блядь. Вот тебе и на, блядь. Мамочка. Сюда. Не, стой, ебать, сейчас нахуй бы все испортил. Это Зоя? Так и не понял, кто это? Как так? Так. Сюда, блядь? Или не сюда, сюда? Хуя я такой тоже на спринтах постоянно, блядь, бегу, блядь, постоянно. Просто на похуй. Итан, ёбаный в рот, блядь, Итан, нахуй, обосрался, нахуй. Все, забрали Итана, нету Итана. Пока, Итан, ебать, до встречи, нахуй, в Чебоксарах, блядь. Веном забрал. Хуя себе здесь, блядь. Темнота. Бля, вот форшмак какой, а.
меня чтоб сейчас нахуй никакая хуйня не выпрыгнула. Темно просто пиздец. Че это? Бля. Воспоминания, что ли, блядь? Что это было? Бля, стрёмненько немного здесь шастать-то, блядь. Я бы один тут хуй его пошастал. Это говно падает какое-то с потолка, блядь. Ёбаный в рот. Ебать там людей. Это люди же, наверное, правильно? Пиздец их там. Это Зоя, короче. Она какая-то ёбнутая. Она как что-то мутит, да? Что-то она умеет, блядь. Что-то она нахуй, короче, могёт. Чё могёт? Хуй пойми, чё могёт. Короче... Они мертвы, они все мертвы. Что такое? Машина отделения, ты чего несешь? Она их всех убила. Твою мать. Это что тут такое? Нам нужно оружие. Есть на корабле оружие. Я не знаю, но пойдем сюда, может там выход. Охуенно, блядь. Может там выход? Ну может быть, блядь. Ищите это на задание. Хуя там кто-то беспределит. По беспределу кто-то там. Шароебится. Правильно я хоть иду? Так. Список экипажа. Капитан, главный механик, Пол... А, капитан Эд Карлайн, главный механик, Пол Фитцджеральд, первый помощник Джованни Финити, второй помощник Ларк Волш, механик Дуэйн Чалмерс, техник связи Джим Стокман, врач Джеральд Уолт. Ёб твою мать, сучка. Нахуй ты так пугаешь-то? Должен быть, он от чего-то прятался. Да, он нахуй. Ни за что не понял. Как будто он прятался. Не прятался, он в прятки, блядь, играл. Ебать, пацаны, вы чё полегли все, ёбаный рот, нахуй. Ебать, тебе хуёво, да, походу, было, нахуй, блевал здесь. Ладно, бля, пойдем дальше. Ни хухры, мухры здесь. Ладно. Блять, успокойся, девочка. Главное, успокойся. А чё она мутит, ебать? Как так-то? Что, вспомнила? Что? Что это такое? Блять, дура нахуй. Ещё тебе ебучку расквашу нахуй об этот поручень, блять. Ржет нахуй, тварь, блядь. Хуяк нет, нахуй. Кто, а внутри кто она такая, блядь? Чё за ловка, нахуй, маленькая? Шлюшка малолетняя шлюшка, нахуй. Ползём. Ебать. Пиздец, просто карта есть хоть? Хуй поймешь, блядь. Погибший корабль. Ты сказал, мы будем семьей. Что ты такое говоришь? Ты сказала? Подожди, прошу тебя.
Я устала ждать. А мы пойдем сюда. О, блядь, там ползет кто-то. Ну его нахуй. Быстрее нахуй. Закрывай, блядь, все. Закрываемся. Ну. Там ебать ползет кто-то. Ну. Трава, блядь. Покурим. Я ж говорю, там ползет кто-то. А куда она меня позвала-то? Она говорит, пойдем. Она говорит, пойдем, блядь, а я-то куда пойду, нахуй? Чё за прикол, нахуй? Куда я должен идти-то, блядь? Меня сейчас просто наебнут. Ну, допустим, ладно, я и несу, как бы. Странная бутылка, которую обнаружил у себя в кармане. Бля, что за хуйня? Сука. А пошел ты нахуй, блядь, сука. Чуть я в штаны не насрал. Нихуя себе. Опаньки, блядь. Фух, блядь. Ебать, сейчас обосрался. Так, на этом думаю заканчивать. Ой, блядь. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто смотрел, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, блядь. Комментируйте. Спасибо за просмотр.